Ладно, не трушки, а остальные все равно. Все равно, хорошо. Да, зато ты колбаска есть и все. Оставьте, мы там поедем, пройдем, там в подъездах еще детьми покажут. А можно свидетельство? Можно ему? Это можно, да? Где люди? Возьмите еще. Спасибо огромное. Можно я отойду, походу? Это просто... Дайте мне Ангеловский. У меня Ангеловских очень много. Друзья, все по поселку знают. Друзья, ну просто-напросто, я понимаю, ну... Видите, люди рады простым шоколадкам. Я могу фамилию сказать. Да, держи. Тихо. Да. Все. Да. Я говорю, нет, я взяла на Ангеловский. Хорошо. Пишите, записывайте. Товарищи, отошли от машин! Да. Люди, отойдите от машин! Отошли от машин! Выгружаем. Они у меня в списках. Выгружаем. А при чем здесь список? Давайте. Выгружайте. Тут консервы есть, молочко людям. Так, давайте еще что-нибудь. Сверху коробку ставим. Все, проходите. Разрешите пройти? Да. Держите консервы, давайте. Тушеночка. Спасибо огромное Дмитрию Певцову за помощь такую. Так, сейчас мы молочко здесь будем разгружать. Консервы. Держите, давайте еще что-нибудь. Спасибо большое. Спасибо. Колбаса, возьмите. Колбасу. И потом распакуйте, все раздадите. Ну, конечно, колбаса здесь хорошенькая, гляньте, на бутерброды. А ну дайте мне колбасу, одну, сейчас там пойдем. А давай. Там у меня крайние подъезды, я сейчас туда отнесу. Ребята, разделите двух сигарет между собой. А, ну, парень, дай мне пачку. Сейчас. Слушай, они говорят, как им получать гуманитарку? Они там все не организовали, никто не знает. Сейчас буду разговаривать. Да, я уже все не разобрал. Что такое?